волшебный подарок с неба праматери преподнесли. Сара, Ривка, Рахель и Лея всем еврейским женщинам земли. Дар шаббати свечами встречат, словами молитвы тьму разгонят, черную ночь освещат. Сделать так, чтобы мир начал ярко сиять, теплом и гармонией можешь ты, можешь ты наполнить дом нашей общей мечты. Вместе, сестрички, мы сможем всю планету обнять и согреть. Будут огни наши тоже темною ночью в доме гореть. Вместе пламя они создадут, до престола Всевышнего небо дойдут. Даже ангел слезинку прольет, столько лет Бог огнеет, их с радостью ждет. Мы в состоянии мир изменить, с болью расстаться и с радостью жить. Дали время Ашем, честь и радость, свет и радость будут у нас. Мы же ему в ответ будем нести миру свет. Ла Иуди маята, ора весимха абсасон, вика симха сасон вика. Кен тиела престола Всевышнего в небо дойдут. Даже ангел слезинку прольет, столько лет Бог огнеет и с радостью ждет. Еврейские сестрички, не прекращайте ярко сиять. Исписали мечтами странички, самое время их исполнять во плоти. Подарок обрети.